Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня расскажу, как пользоваться внутренним редактором, даже камерой, я бы сказал, в ТикТоке. Но перед этим напоминаю, друзья, кто у нас обучается на курсе по раскрутке своего YouTube-канала, спикеры, лидеры мнений, сегодня нужно сдать задание записать любое голосовое сообщение около минуты, просто поприветствовать, рассказать о проекте. Это просто, так сказать, чтобы вы вышли из зоны комфорта и начали уже создавать контент, становиться лидерами мнений. Итак, друзья, также новички, кто смотрит первый раз данное видео, советую подписаться на мой телеграм-канал, ссылка будет под видео. Здесь много интересной информации, которая не выходит на YouTube. Итак, друзья, запускаем. ТикТок сразу показывает, как записывать видео, как пользоваться внутренним редактором. Смотрите, внизу плюсик такой черный, нажимаете на него, и сразу включается камера. Здесь можете вверху, там, если вы себя снимаете, или там, ну, мы будем смотреть, например, по заданию следующему, это снять видео про проект, про то, как вы вошли в него, сколько вы заработали. Это тоже будет задание для следующего этапа, для наших ютуберов, которые у нас обучаются. Нашей команде. Итак, смотрите, здесь какая фишка. Во-первых, выбираю я всегда, тут есть 60 секунд и 15 секунд. Я выбираю 60 секунд, вдруг за 15 секунд что-то не успею сказать, там сделать. Можно там короче снимать, но если ты выбрал 15, больше уже не снимешь. Поэтому придется обрезать и снимать следующий ролик. Выбираем 60 секунд. Смотрите, нажимаем на кнопку. И пока мы ее держим, вот этот красный кружочек, идет съемка. Это очень важно. Как только вы отпускаете, запись останавливается. Смотрите, например. Добрый день, друзья. Привет, братишки и сестренки. Сегодня расскажу о своем участии в проекте «Форсаж». Сколько я заработал, когда я зашел и что это за проект. Отпускаете, все, видео, запись видео со звуком прекратилась. Теперь смотрите, в следующий раз, когда вы можете нажать галочка эта красная, вы тогда переходите сразу к следующему этапу. Или еще раз нажимаете и держите. И идет дальше запись. Дальше записывается. Как только вы бросили, остановилась запись. Вы можете так снять там сколько угодно этих частей видео. Они будут склеиваться, будут идти одно за другим. И смотрите, допустим, мы записали уже видео. Что делаем дальше? Нажимаем на эту красную стрелочку. Здесь добрый день, друзья. Привет, братишки и сестренки. Сегодня расскажу о своем участии в проекте. Вы слышите, форсаж, сколько я заработал, когда я зашел. И теперь смотрите, внизу слева нажимаете, например, на музыку, дальше, если вы хотите наложить еще музыку. Можно без музыки, если вы просто голосом говорите, то можно без музыки. Можно там в избранное добавить, если вы там уже использовали или находили, добавляли. Я тоже дальше расскажу. Ну или сами разберетесь. Можете выбирать то, что в тренде. Прослушиваете там. Не пойму, ну почему? Понравилась вам эта музычка? Не пойму, ну почему? Не пойму, ну почему же превратилась? Нажимаем далее. Все, теперь данное видео ваше готово уже к публикации. Что здесь еще нужно сделать? Для оптимизации нажимаете хэштеги, вот, и прописываете. Например, если у вас по заработку, берете, нажимаете «заработок в интернете», прописываете, нажимаете еще на хэштег. Деньги, например. Еще хэштег. Как заработать денег. Еще можно хэштег. Ну, я советую 3-5 в начале и разнообразные ставить в разных видео. Поэтому, ну, я не знаю, что еще тут лучший друг. Давай. Заработок в интернете. Заработок онлайн напишем. Смотрим. Справа вы видите просмотры 4,2 миллиона. То есть 4,2 миллиона просматривали по данному хэштегу. То есть интересно, для целевой аудитории интересен этот хэштег. Плюс вы смотрите, вы можете написать что-то заработок, например, в проекте «Форсаж». Все, теперь дальше смотрите, что дальше. Дальше вы нажимаете, например, «Опубликовать», и сразу ваше видео появляется на ТикТоке, там через несколько секунд. Я нажму «Черновики», потому что, ну, естественно, это рабочее видео, это тестовое. Но как только вы нажали, все ваше видео появилось на ТикТоке, и уже идут просмотры. Можете там через время зайти, посмотреть, сколько там просмотров и там лайков поставили, комментариев, отвечать на комментарии. Итак, друзья, по данному это короткое видео, сделал первую такую публику, ну,
первый такой мануал, такой чек-лист по ТикТоку, именно по редактору. Дальше будем разбираться глубже. Ну, это уже достаточно для того, чтобы вы начали снимать видео, выкладывать на ТикТоке, тренироваться для тех, кто обучается у нас на ютуберов, и начать уже просто становиться контент-мейкером, лидером мнений. Вы легко, вы видите, насколько просто делать это в ТикТоке. И то же самое, в принципе, несложно делать это на Ютубе. Это такой хороший переходной этап для того, чтобы выйти на Ютуб. Итак, друзья, кто оценил данное видео, кто посчитал, что оно полезно для вас, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. На этом все, друзья. До новых встреч!